Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала. Приветствует вас, как всегда, канал Шопинг Китая. Итак, на сегодня вот такие вот куча мелочевых посылочек у нас. 5 штук. Ну, давайте начнем с какой-нибудь первой. Первый. Сейчас мы откроем и посмотрим. Так, это у нас чехол книжечка. Для телефончика LG Leon. Вот что-то тут. А, магнит, наверное, закрывали. Да, магнитная такая крышечка. Ну, имитация кожи, конечно же, соответственно, это не она у китайцев. Их, ее, наверное, не бывает. Вот. Как-то странно тут приклеено. Что-то вот внутренняя часть. Не особо надежная, я бы сказал. Это ну, вот уже, если присмотреться, прям и слышно даже, как отдирается. Ну, вот такой вот бюджетный чехольчик присутствует. А, вот еще шнурочек где-то вывалился откуда-то. То есть к телефону можно будет привязать. И также использовать его. По наличию цветов имеются также разные по вашему вкусу выбору, какой вам понадобится, по душе придется, то бишь заказываем, ссылочка в описании. Итак, следующим посылочка на сегодня. Так. Это вот присоска такая. На сайте, значит, AliExpress она значилась как автомобильная, ну, не обязательно, то есть она в любом там быту может пригодиться, вот так присасывается, то есть довольно-таки крепкая штука, имеется вот две ручки, вот даже и сейчас не хочет отлипать. Две ручки, которые вот сдвоенные, побезопасили, побеспокоились о том, чтобы было это безопасно, то есть как-то защелкивает, чтобы кожу не прищемить на руках. Вот такая присосочка. То есть для переноски стекол там чего-либо вот таких гладких материалов. То есть даже вот к столу он не совсем гладкий у нас, но и то прилипает стол, можно уже будет приподнять. Но единственное, видите, какой момент. Не хочет самоотлипать, придется подковыривать. Вот такая вот замечательная штукенция. Пригодится так для чего-нибудь в домашнем быту. Итак, следующая посылочка. Покрупнее что-то у нас. Вот такие вот щипцы для барбекю. Они значились, значит. Ну, материал пластик тут, причем даже. Да, совсем. Ну, такой вот, конечно. Не знаю, как она прослужит, насколько долго. Видел у нас такие в магазине, но здесь они были силиконовые, то есть более-менее как поприятнее. Тут вот прорезинено, то есть если такими жирными руками чем-то брать. Ну и смотрите, вот сами смещение такое вот. Немножко китайцы косячат что-то. Но опять же, самая бюджетная вещь, то есть... Качество особого ожидать, я думаю, не следует. Ну и как оно и видно. Вот, то есть такое вот немножко. Будешь промазывать, ловя сосиски на гриле. Вот такая штука. Ну ладно, ссылочка будет в описании. По надобности проходите, покупайте, заказывайте. Также не забывайте про комментарии нам оставлять. Всегда почитаем, послушаем ваши. Так, следующая посылочка. Уже открыл я ее. Это у нас крючки. А, вешаются они. Ну, заказалось два, там, по-моему, один по одному, не поштучно. Вот, также цвет там, выбор по цветам есть. А, одеваются на подголовник в автомобиль. И то есть для на спинку сиденья, задник, примерно за пассажирским, или же за задними сиденьями можно багажник, там, если у кого хэтчбеки, универсалы,
повесить пакет. То есть крючки довольно-таки крепкие. Вот втулка какая-то резиновая тут имеется. Для, наверное, более плотного прижать. То есть так вот повесили на сиденье. А с обратной стороны там сумку или что-то, пакет какой-то, который лучше держать в вертикальном положении, чтобы он не прокинулся. Ну, материал пластик, соответственно. Вот и все, собственно, что про них можно сказать. Также ссылочка в описании будет на данный товар. Итак, следующая, завершающая посылочка на сегодня. Что-то мягкое. А, это у нас полотенце из микрофибры для того, чтобы протирать автомобиль. Ну, вообще я заказывал для автомобиля, но как-то вот так вот. 70 на 30 ее размер. Вот, ширина и длина. Вот, стоимость тут там вообще в порядке там 40-50 рублей, то есть совсем небольшая. Микрофибра для, так сказать, удаления воды с автомобиля или же стекол, протирать, чтобы не оставлялось разводов, так скажем. Вот такая замечательная штучка. Ну и все, собственно, на этом завершаем сегодняшнее видео. Всем удачи и хорошего настроения. Пока!